Алло. Нет, я сейчас занят, я позже перезвоню. Помощник. А беременность тебе идет. Все к чертовой матери. Надоело мне это все. Че, Наташа, что с тобой? Я устала ждать, понимаешь? Сергей Владимирович, это Денисов насчет супруги. Как-то решение нашего вопроса несколько затянулось, вам не кажется? Да какие жесткие условия, Господь с вами. Главное условие – это здоровье и хорошая наследственность. И голубые глаза. Виктор Александрович, ну мы работаем в этом направлении, работаем. Давайте подождем еще немного. Сегодня я вам обязательно перезвоню, обещаю. Денисов звонил. Что делать будем? Да неужели у тебя нет ни одного отказника? Да не нравятся мне твои заказчики. У нас сделка срывается, а ей заказчик не нравится. Мы обещали, значит, должны сделать. Сереж, да ты обещал. А ты в этом никак не заинтересована, да? Ладно. Хорошо, я подумаю. Но есть один вариант, но очень рискованный. Да у нас весь бизнес рискованный. В какой стране живем? Да. Сынок, привет. Привет. Я? Я в роддоме. Ты уезжаешь когда? Сегодня. Тогда дождись меня, хорошо? Все, я еду. Обязательно дождись. Сережа, все, мне пора. Ладно, по поводу Денисовой, ну, хорошо. Пусть после двух мне позвонит в любое время, хорошо? Да, и кстати, вот твоя доля. Здесь 80 тысяч от Воробьевой. Нужны? Или я могу забрать? Бери. Мне для тебя ничего не жалко. Все, я поехала. Постой. Вот что бы я без тебя делал, а? Прозябал бы ты, Сереженька, как башмачник. А Бирюкова долго будет мне мозолить глаза? Ты обещал ее перевести. Ну, далась она тебе. Деревенская девчонка. Или ты ревнуешь, а? Раздражает. Амбиций много, а толку мало. Ну вот. Пусть тебя и поучится. Боже мой, она даже этого не умеет. Ладно, все. Все. Я побежала. Я все-таки едете. Ну там же поселок, магазин рядом. Ты за кого меня держишь? Какие магазины? Будет вам там до магазинов. Никита, я тебя очень прошу, ну пожалуйста, имей голову на плечах. Хорошо, хорошо. Ну не позорь меня. Ну не буду. Отцу звонил? Нет. Почему? Ну так. Что значит так? Никита, то, что мы расстались, это еще не повод считать его врагом. Ну так я не считаю, просто. Ну, просто он занят постоянно, у него работа, дела. Понятно, я тоже занята, не будешь со мной общаться? Мам, ну при чем здесь ты? Ты другое дело. Никита. Хорошо, позвоню ему, я чту своего отца, мам, чту. Все-таки ты балбес.
Я тебя очень прошу, позвони, хорошо? Угу. Я буду волноваться. Хорошо, ты знаешь, кто у меня? Самая лучшая. Все, пока. Все, давай, пока. Позвони. Хорошо. Давай. Ирина Викторовна, это ж прекрасно, что двое. Двое сразу. И мальчик, и девочка. Я вас поздравляю. Мальчик, это хорошо. Так, хорошо. Одевайтесь, выбирайтесь. У меня муж мальчика хочет. Ой, Господи. Только у нас две девки же еще подрастают. Куда мне еще двое? Не потяну я. А где работаете? Да стрелочницей. На железной дороге. Ой. А муж? Так а чего муж? Толку от этого мужа? О, как? Толку он, как видите, есть. Ну, вы одевайтесь, одевайтесь. Значит, беременность нежелательная. Да мужик добьет меня. Он, видите, руки распускает. Тут синяк, здесь синяк, на спине огромный. То бьет, то выходит из запоя. Вот вроде вышел, забор стал ставить, а потом опять забил. Так живем без забора. Ой, как мне все это надоело. Не могу. А что ж терпите? Так а куда деваться? В этот раз девок забрала, к матери уехала. Так меня он прям в поезде и прихватила. И скорая сразу к вам привезла. А дети? Ой, они же у меня в приемнике. Мне надо позвонить надо. А телефона я не знаю. Вы, главное, успокойтесь и не нервничайте. Эту проблему мы решим. У вас другая проблема есть, посерьезнее. Пойдем, 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 пойдем. Дело в том, что родить вам само не получится. Придется кесарево делать. У вас расположение плодов неправильно. Да и не надо мне самой. Я знаете, как намучилась, пока дело рожала. Ой-ой-ой, вспомнить страшно. Лена. Значит так, мы Кузьмину определяем в третью палату, готовим к операции. У нас кесарево будет. Это первое. Второе. Узнайте, пожалуйста, телефон приемника распределителя. Помогите Ирине Викторовне с детьми связаться. Хорошо? Спасибо вам большое. Да. И третье. Я отъеду на час. Буду к 12. По всем вопросам к Игнатову. А Бирюкова? Я сказала к Игнатову. Кузьмину оперировать будет Алексей Николаевич. Все. Хорошо. Пойдемте. Здравствуйте, Геннадий Сергеевич. Привет. Геннадий Сергеевич, я в шоке? Ну, то, что ты в шоке, я еще на лекциях заметил. Мне кажется, Лавренёву врач Коненков убил. А с чего ты это взяла? Судя по записям, в дневнике Лавренёвой. Тебе не кажется странным, что Коненков отдал нам этот дневник, если там все про него написано? Не знаю. А по-моему, вся эта любовь-морковь была Лавренёвой придумана. Да, доктор отобрал у нее пупса. Она огорчилась и решила ему отомстить. Вот и все. Нет, мне кажется, Лавренёва не такая была. Она была трепетная, ранимая. Тебе всегда слишком много кажется. А между прочим, Лавренёва накануне смерти имела половой контакт. И я не знаю, почему следователь Яцкин не обратил на это никакого внимания. А почему же не обратил? Обратил. Только к врачу Коненковой это не имеет никакого отношения, потому что она находилась целые сутки, бог знает где. И связь могла быть с кем угодно. А о связи между Лавренёвой и Коненковым мы узнали с тобой только сейчас. И то со слов ее матери. А с Яцкиным можно поговорить? Конечно, можно. Ты сидишь на его месте, а он в отпуске. Ну, может быть, он никуда не уехал, он в городе. Да, он сидит дома и ждет, когда же Люба ему позвонит.
Все, давай по кофейку, и мне в дурку нужно ехать. У меня встреча с профессором. Вот, испекла. Сама? Может, тебе в кулинарный перевестись? Я подумаю. Коненков мой ученик, причем самый талантливый. А эти его пупсы, прогулки, там, это все полный абсурд. Я ему еще тогда говорила, когда эта девочка впервые у нас появилась, не надо ее провоцировать. Наоборот, надо сделать так, чтобы она все забыла. Галина Васильевна. Да. А между ними не могло быть романа? Между кем? Между врачом и пациенткой. Да ну ладно, исключен. Но мать Лавренева говорит, что именно так оно и было. И Катя в дневнике тоже пишет. Лавренева была больна. И она была рабочим материалом для доктора. Он же пишет диссертацию. Кстати, у Кати еще с подросткового возраста тяга к суициду. Ей нельзя было рожать. А она что, не состояла на учете у психиатра? Нет, вот, к сожалению, не состояла. Мать говорит, что еще в школе у нее то она вены хотела вскрыть, то повеситься. Очень впечатлительная девочка. А если бы ребенок был жив, он бы ее остановил? Нет, вряд ли. Она бы вместе с ним сиганула. Знаешь, сколько таких случаев. Вот посмотрите, теннис. Видите? Вот там справа Маркина. Она двоих детей выбросила с 15-го этажа. Дочку 3 лет и 6-летнего сына. А знаете почему? Почему? Из ревности. Ладно, значит так. Я не хотела говорить. Девочка все-таки погибла. Но это не Коненков Катю добивался. Это она его домогалась. Да. И не только его. Ей было все равно, с кем лишь бы забеременеть. Мания материнства. Добрый день, Наталья Леонидовна. Бендиков Михаил Борисович, юрист. Угу. Пойдемте. О, а Ольга Васильевна? Ольга Васильевна чуть задерживается. Но пока вас оформят, пока вы отдохнете, она подъедет. Я вообще-то сюда не отдыхать приехала. Я в курсе. Проходите. Приятного аппетита. Спасибо. Наталья Леонидовна, ну замечательно. У вас очень хорошее соответствие по параметрам с вашим будущим ребенком. И группа крови одинаковая, и резус, слава богу, положительный. Ольга Васильевна, а мне сказали, что можно взглянуть на эту женщину. Но она беременна. Кто сказал? Сергей Владимирович. Ну, как-то у нас вообще-то это не практикуется. Почему? Потому что вы не маму выбираете, а ребенка. Мальчик у нее замечательный. Мы провели у нее полное обследование плода, так что патологии никаких не выявлено, никаких отклонений. Странно. Сергей Владимирович сказал, что с этим никаких проблем не будет. Ну, хорошо. Вы же можете на нее взглянуть издалека. Контактировать вовсе не обязательно. Сохранение тайны — это же в ваших интересах. Я совершенно не собираюсь с ней контактировать. Зачем она мне нужна? Я просто, ну, посмотреть на нее хочу, все. Ну, тогда подождите. Подождите. Девочки, кто еще не обедал? Быстро в столовую, обед заканчивается. Давайте, давайте в столовую, обед заканчивается. Все, оставай. Лена, где у нас Кузьмина? В палате ее нет. В столовую пошла. Позвать? Нет, 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 не надо. Только скажи, чтобы пол тарелки супа, больше ничего. У нее вечером операция. Пойдемте. Thank you.
Геннадий Сергеевич, а можно я сама с ним поговорю? Мне все-таки расти надо. Расти? В профессиональном смысле ты имеешь в виду? Я шучу. Хорошо, поговори. Держи зонтик. Пошли. О! Сергеич, привет. Здорово, Левка. Познакомься, моя студентка-практикантка Люба Тимохина. Она тебя, между прочим, из отпуска выдернула. Любовь Николаевна Тимохина. А, Николаевна, как интересно. Почти тезка. Я Лев Николаевич. Толстой. Сам Толстой. Лев Николаевич Яцкин. Очень приятно. Кофе будете? Будем. Два кофе, пожалуйста. Садитесь. Значит, это Мария Лавренева жалобу на меня накатала, да? Да нет, Лев, она не на тебя жалобу накатала. Она накатала жалобу на доктора Коненкова, которого обвиняет в смерти дочери. Говорит, что лечил не так. А, ну понятно, там что мать, что дочь с придурью. Я так понимаю, что Любовь Николаевна этой жалобой занимается. Нет, этой жалобой занимаюсь я, но Любовь Николаевна практикантка. Ага. И поэтому она рвется в бой, да, Люб? А. Ну и какие у вас вопросы, Любовь Николаевна? Ведь состава преступления в деле нет. Ну, может быть, состава преступления нет, а вопрос у меня есть. Например? Почему Коненкова анализы не взяли? Не понял, какие анализы? Ну как? Лавренева до гибели была с кем-то близка, с кем неизвестно. Ну, а при чем здесь доктор Коненков? Он в отпуске был, когда она из больницы сбежала. В другом городе находился, у него алиби стопроцентный, свидетель есть. Среди подозреваемых он числится. Да не было в этом деле подозреваемых. Она сама с крыши сбросилась. А на месте преступления ничего, пусто. Пыль космическая, как на другой планете. А Коненкова не обвиняют в убийстве. Его обвиняют в доведении до самоубийства. Тем более Катя сама об этом писала. Да мало что написала. Девичья фантазия. Угу. А я все-таки анализ бы взяла. Тем более, если он был в отпуске, где билеты? Лева, где билеты? Выбросил он билеты. О, значит, алиби не 100%. Любовь Николаевна, а вы, оказывается, зануда. Ну, это как учили. Сергеич. Давай 50. Давай. Тем более ты в отпуске. Ну да. Кстати, как отдыхается? О, не спрашивай. С моей тещей отдохнешь. Как вы относитесь к коньяку, Любовь Николаевна? Я не пью. Я выпью. Люб. Ну, если у тебя нет времени, ты можешь поехать домой, а мы с Любой все обсудим. Да я не спешу. Что вам заказать, Любовь Николаевна? Ну, бокальчик белого сухого можно. Пей, спасет. Извини, аспирина нет. Геннадий Сергеевич, простите меня, пожалуйста, я не знаю, как так получилось. А я знаю. Тимохина. Просто не надо мешать вино и коньяк, вот и все. Понятно? И вообще, когда взрослые дядьки начинают разговаривать, нужно садиться в машину и уезжать. Мы же сначала о деле разговаривали. Сначала о деле разговаривали, да. Ты хоть помнишь, о чем мы говорили? А мы... Секса не было. Ты была в хлам. Прости. А я вчера не танцевала. Бог миловал Тимохина. Не танцевала. Мы тебя домой хотели отвезти, а ты ключи куда-то сунул. Куда ты делал ключи? Рассказывай. Так они в столе, в ящике. Вот видишь, в столе, в ящике. А ты весь вечер не могла вспомнить. Потому что я сейчас вспомнила. Потому что ты сейчас вспомнила. Это все потому, что я не закусывала. Надо закусывать, Тимохина. Закусывать. Я не могу, я толстая. Ты толстая? Кто же тебе сказал, что ты толстая? Ты, между прочим,
Очень даже аппетитно. Да? Да. Давай быстро собирайся, поедем в прокуратуру, возьмем ключи и отсыпаться, понятно? Геннадий Сергеевич, это больше никогда не повторится. Жаль. На танец на твой я бы посмотрел. Одевайтесь. Ну что, Дарья Михайловна, я думаю, пора. А то как бы у нас слоение не случилось. Вы как себя чувствуете? Да ничего, вроде нормально. Что вы бледная. Значит, что, идите в палату, а я к вам медсестру пришлю. Угу. А что у нас с первой операционной? Свободно. Свободно, свободно. А кто у нас сегодня из патологоанатома дежурит? Казверов. Ну, только его нет пока. А где он? Черт возьми, что ж происходит, а? Что ж с этим Казберовым-то делать? Я его уволю. Извините. Да. Да, Сергей Владимирович. Да, естественно, я работаю. Сережа, Денисова у меня. Я надеюсь, к утру мы все решим. Что? Кого вы везете? Сереж, что ты творишь-то, а? Сережа, почему ко мне? Давление 190 на 110. Пульс учащенный. Да не могу я посмотреть, мы в машине. Да, да, подъезжаю. Борис Владимирович, все уже на месте, все? Да, доставили. Конечно, я проконтролирую, я как обещал. Так, смотровую, срочно и Гущин сюда. Не переживайте, это же лучшая клиника в городе. Конечно, Савельева, да. Да, я перезвоню. Ну что? Что? Наркоманка она со стажем, вот что. Послушай, я не мог поступить иначе. Мне Захаров лично позвонил. Что, Сережа, откуда такая дрожь в коленях, а? Один чиновник позвонил другому. Он не просто чиновник, он заместитель генерального прокурора. И он мне позвонил лично проконтролировать это дело. У него единственная дочь. Жена умерла, а сам он сейчас где-то с делегацией за границей. Я взял, отправил бы ее в Кремлевку. Что ты говоришь? Он же лично обратился. Сереж, ты правда не понимаешь? Я один раз ее смотрела. В первом триместре. Она тогда вообще не собиралась рожать. Она аборт хотела сделать. Ей не рожать. Ее лечить надо. Не пыли. Все, жди. Мила, как вы себя чувствуете? Нормально. Это хорошо. Скажите, а вы во время беременности никакие анализы не сдавали? Может быть, УЗИ, женской консультации делали? М? Я не помню сейчас. Это плохо. Больно. Тихо. Судно, оставьте воду. Отходит. Давление. Высокое. Скажите, ну, может быть, дома кто-нибудь есть? Ну, я не знаю, может быть, домработница. Ну, чтобы привезли какие-то документы. Это очень важно, мило. Подождите. Воды отошли мутные. Ребеночек страдает. Да, к тому же вены все обколоты. Колите под колено чашечкой, ставьте капельницу, нужно интоксикацию снять и кардиограмму. Быстро. У нее могут отказать почки. Офтальмолога, скорее всего, и не было. Я уж не говорю про наркозависимость. Как там поведет себя ребенок, тоже не знаем. К тому же у нас воды мутные. Что ты собираешься делать? Что делать, Сережа? Ольга Васильевна, да. Ребенок пошел. Так, все, готовим родовое. Хорошо. Сереж, давай, езжай, ты все равно сейчас ничем не поможешь. Как только все закончится, я тебе позвоню. Нет, я буду ждать, я Захарова обещал. Ладно, хорошо, иди ко мне в кабинет, там коньяк в шкафу, жди.
Послушайте, Савельева на работе еще? Да. А то я ей звоню, звоню, и ничего. Она на операции. А вас что-то беспокоит? Ничего меня не беспокоит. А когда операция закончится? Я не знаю. По-разному бывает. Господи, бред какой-то. Что у нее с давлением? Падает, Ольга Васильевна. Быстро капельницу готовьте. Следите за сердцем. Это мамаше кисарить надо было. И без наркоза. Без комментариев. Ребенок? Так, все. Извлекаем. Так. Преднизолон. Начинайте капать. Капельница готова. Давай, 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 давай. Есть. ИВЛ. Аппарат готов. Стабилизируется. Угу. Отлично. Как ребенок? Работаем, Ольга Васильевна. Заканчивайте. И в реанимацию. Дальше сами знаете что. Нина Ивановна, что молчим? Что затихли? Все. Прости, Господи. Пульсации пуповины не было. Ольга Васильевна, бесполезно все. Насчет ребеночка. Что насчет ребеночка? Ну, когда мне его принесут? Наталья Леонидовна, я же вас предупредила, нужно сутки, двое подождать. Мы же не в ресторане. Я просто очень сильно нервничаю, я места себе не могу найти. Хорошо. Я попрошу, чтобы вам принесли успокоительный. Не надо, у меня есть, спасибо. Тогда идите спать, мы потом с вами разберемся, извините. Что ты молчишь? Ребенок не начал дышать. Это натальная смерть, это называется. Нет, Оля, это невозможно. Я привез Захарову к тебе, как к лучшему специалисту. А ты что? А я сделала все, что смогла. Нет, не все. Нужно было прыгнуть выше головы! Но спасти! Не ори на меня! Ребенок больной! Он жить не начал! Она его пока носила, каждый день убивала. Хоть бы скрининг сделала. Да какой скрининг? Ты понимаешь, что сейчас начнется? Ты понимаешь, какие сейчас начнутся проверки? Да и тебя, и меня в асфальт закатают вместе с этим роддомом! Никто никого не закатает. Сейчас делают вскрытие и установят причину смерти. А причина одна – наркозависимость матери! Нет, 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 нет. Зачем до этого доводить? Ты с кем воевать собралась? Захаров к нам обратился по-свойски. Так между своими не делается. Ольга Васильевна. Да. Там Кузьмину в операционную повезли. Вы просили напомнить. Да-да, я иду. Что ты на меня так смотришь? Я воскрешать не умею. А ты напрягись. Давай, сделай что-нибудь. Ну? Хорошо. Только я твою Денисову придержу. Не возражаешь? Нет. Кого ты идешь? Сереж, кого я дам? Мальчика дам. Где он? Нигде. Не родился еще пока. Донорская кровь? Есть. Инструменты? Все готово. Давление роженицы? В норме. Отлично. Тогда начнем.
ножницы. Зажим. Извлечение. Отсекаем пуповину. Ух ты какой! Только родился, уже так кричишь. Все, все, принимаем. 8-15, мальчик. Так. А сестренка-то у нас какая упрямая попалась. А ну, давай, давай, иди к братику. Там братик тебя заждался. Отсекаем пуповину. Готово. Принимаем. Давление роженицы. В норме. 8-20, девочка. Так. Ну, что тут у нас? Близняшки, Ольга Васильевна. Угу. Посмотрите, хорошенькие какие. Да, ну-ка, иди сюда. Ух ты какой! Какой ты крепкий, такой широкий. Угу. Отличный парень. Круто, бабок хватит, у меня только 5000. Сегодня я плачу. Ну, нифига себе. А тебе мама дала лицо нарисовала? Да химичек. Тогда мне ликерчик. Окей. А я вискарь предпочитаю, можно? Конечно, можно, все, отрывайся. Слушай, дай ключи, а? Какие ключи? От машины. Зачем? За шампанский поеду. Ты что, с ума сошел? Да ладно, пил совсем чуть-чуть, ну. Мне ложи. Спасибо. Я думала, ты спишь, а ты с Никитой развлекаешься. Да ладно, мы туда и обратно. Спокойной ночи. Да ну и валите! И вообще можете больше сюда не возвращаться! Ясно вам? Да пошли вы! Игорь! Смываемся. А шампанское? В другом месте купим. Какой вес? Вес 3500. Рост 54 сантиметра. Патологии нет. Ну вот чудно. Богатырь какой. Да. Кто мать? Мать. Мать стрелочница на железной дороге. Беременность нежелательная. Муж пьет, бьет ее. Своих двое детей. Четверых не потянет. Мишка, сам Бог велел. Ему все равно будет лучше в обеспечении, чем сидеть на рельсах. Сереж, видимо, не мой день. Честное слово. Денисова не лучший вариант. А уж Захарова. А если она загубит ребенка? Мочка, я тебя не узнаю. Нет, что, я Денисовой скажу? Не придумай что-нибудь. Захаров звонит. Что говорил? Что? Поздравляю его. Внук у него родился. Борис Владимирович, поздравляю, внук у вас. Григорий Николаевич. Григорий. Григорий Николаевич. Да-да-да, я знаю. Я знаю, что вы не девочка, что у вас кончилось терпение, что меня пора гнать, потому что я пьяница, потому что я вымогатель, потому что я... тунеядец, потому что я слишком много себе позволяю, потому что я сел на голову. Да, конечно, да, все, я такой, давайте, убейте меня. Вот, а вы не можете, потому что кто же вам все это стряпать-то будет? Но я сейчас зарыдаю над вашей загубленной жизнью. Все сказали? Нет. Хотя на сегодня все. Ну, тогда держите.
Ну, это... Это да. И чтобы завтра утром заключение было у меня на столе. Я все понял. Я все сделаю. Я все сделаю. Я сделаю все. Вот и мы. Лежи, лежи, мамочка, лежи. А то швы разойдутся. Это мой? Ну, это чей же, конечно, твой. Ты же его родила. Олень, какой крепкий, здоровый. Как назовете-то? Ваня. Ваня. А у тебя что, опять озноб? Да. Не дам кормить. Тебе еще прокапать надо, Ольга Васильевна так сказала. Нет, не дам. Сейчас мы... А где? Ирина Викторовна, мне тяжело это говорить. Мы сделали все, что могли, но мальчика нам спасти не удалось. Как? Тихо, тихо, вам нельзя так резко вставать. Он не начал дышать. А ты натальная смерть. Почему? Ну, так бывает. Зато девочку, девочку мы вытянули. Да какую девочку? У меня дома двое таких девочек. Меня дома муж с сыном ждет. Он же из запоя вышел. Он же начал забор уже строить. Он сейчас опять запьет. Вы понимаете вообще? Вы мне на УЗИ сказали, что у меня дети здоровые родятся. Да. Так или не так? Да, так. Но у вас тяжелая беременность. Потом побои. Ой, сволочь негодяй. Это из-за него все это он сына убил. Ира, Ира, вы мне сами сказали, что четверых вам растить будет тяжело. Да что я там тоже дура сказала, где трое, там и четверо. Подождите, вы крепкая женщина, у вас хороший организм. Вы еще родите, обязательно родите. Вы посмотрите на дочку, посмотрите. Посмотрите, какая замечательная. Посмотрите, какая она у нас красавица. Ну, смотрите, какие она есть классы. Хочет. Кормить можно ее? Ну, конечно, даже нужно, обязательно. Правда, глаза как васильки. Крошечка. Юрист, пожалуйста, проходите. Привет. Ну, как ты? Нормально. Видел. Внук. Дожил. Неужели я тебе дед? Папа, по-моему, даже на тебя похож. Похож? Конечно, похож. Мил. Ты не сердись на меня. Ладно. Ты как теперь? Терпишь? Ну, терпи, терпи. Не думай об этой гадости. У тебя ведь теперь сын. Ну. Я его Ваней назвала. Ваня. Все у нас теперь будет иначе. Все будет хорошо, вот увидишь. Жалко, мама не дожила. Не увидела внука. Но ничего, мы справимся. Ладно, пойду к Савельевой. Зайду. Как она тебе? Пока, пока. Тихо, Сима.
Почему? Но он же по безналу должен был все перевести. Безобразие. Хорошо, я приеду и оплачу. Пусть поставщик подождет. Да, я приеду. Потом в бухгалтерии со мной рассчитается. Сегодня. Через час-полтора. Да. Да-да-да. Ольга Васильевна? Да. Борис Владимирович, отец Милы. А, присаживайтесь. Спасибо. Вот специально зашел к вам поблагодарить, если бы не вы. Что я? Это моя работа. Тяжело было? Не стану скрывать, нелегко. У Милы до сих пор ломка, поэтому она под капельницей. Снимаем интоксикацию. Я могу расписать ей лечение, если вы не возражаете. Да-да, конечно, я буду признателен. При моей должности, вы сами понимаете, это вопрос, так сказать, приватный. Хвастаться тут нечем. Она перед родами тоже употребляла? Судя по состоянию, да. А ребенок, внук, здоров? Ну, пока здоров, а там посмотрим. Будем надеяться. Да, да. Даст Бог, у Милы тоже все образуется. Я надеюсь, что ребенок ее остановит. Вот. Нет, нет, не нужно. Это у нас не принято. Ольга Васильевна, мы же свои люди. Между нами. Я вам очень, очень благодарен. И еще. В любой момент, по любому вопросу, без стеснений, сразу ко мне. Договорились? Договорились. Ой, извините, пожалуйста. Да-да, я не буду вам мешать. Да, спасибо. Ну, я же сказала, что привезу. Ну, покормите его. Чаем напоите, кан-кан спляшите. Что ж за капризы-то? Все, еду, еду. Зоя, я в здравницу срочно. Хорошо, Ольга Васильевна. Здравствуйте, Ольга Васильевна. Ольга Васильевна, спасительница вы наша. Что мы без вас делали? Здравствуйте, Вячеслав Николаевич. Прошу вас. Ну, как вам после ремонта? Замечательно. А какая гостиная получилась? Сказка. Вячеслав Николаевич, в следующий раз, хорошо? На час вырвалась из роддома. Вы мне лучше скажите. Вы оборудование по накладной все проверили? Полный комплект. Ну и замечательно. Добрый день! Здравствуйте. Валерий Николаевич, радуйтесь, оплата прибыла. Это вы радуетесь. То я думал, что все это дело мне придется не распечатывать, а обратно Морозову отвезти. Морозову? Ну уж извините, я это оборудование выбирала, выбивала, цену сбивала. А вы Морозову обойдется. Так, зовите бухгалтера. Надо все это официально провести, чтобы никакая налоговая к нам не придралась. Секундочку. Где ты ходишь? Ведь сказал же. Пожалуйста. Добрый день. Вот, пересчитайте, пожалуйста. Согласна. Как только инвестор нам деньги на счет скинет, мы тут же их вам вернем. Не волнуйтесь. Я не волнуюсь. Где? Вот здесь. Угу. Все, спасибо. Ой, Василий, ну одним глазком такая гостиная дизайнер оформляла. Ой, в следующий раз. Вить, да просто бред какой-то. Пошли вторые сутки. А я не вижу здесь никого, Вить. Меня просто все бросили. Нет, знаешь что, ты позвони Ружникову. И что он сказал? Ну, я не знаю, я и такой скандал устрою. Наталья Леонидовна, добрый день. Ну, как вы? Ужасно.
А что так? А потому что у вас тут ничего не происходит. Ну, это вам кажется, что ничего не происходит. А я на самом деле работаю над вашим вопросом. Да, понятно. Проходите, пожалуйста. Понятно. Присаживайтесь. Вот интересно, как вы работаете? Мы с вами вчера определились. Ну, так мне казалось. Ну, та беременная, вот я видела ее. Она что, не родила еще? Родила. Родила. Родила, но возникли некоторые сложности. Ага. Нет-нет, вы не волнуйтесь, мальчик здоров. Но у него есть небольшая патология. Вот, на одной ножке сросшиеся пальчики. Ну что, вы так не переживайте, все поправимо. Но предстоит операция, а любая операция – это риск. Как вы, готовы? Нет. Я вас понимаю, таскаться с ребенком по больницам с самого рождения – это… Это исключено. Ну тогда придется подождать. Опять подождать? Сколько? Сутки двое, как минимум. А скажите мне, пожалуйста, почему каждый раз, когда очередь доходит до меня, у вас постоянно что-то срывается? Я больше ничего не хочу, ни мальчика, ни девочку. Я устала. Я уезжаю домой, и с меня хватит. Светлана Федоровна, добрый день. Что там в центре? Понятно, понятно. Срочно поднимите всю картотеку и выясните, кто в ближайшее время собирается рожать. Срочно! Привет. А что там у нас за девица в коридоре? Ну как что, рожать собирается, у нее срок подходит. Вот я ее вызвала, как вы просили. Карточка есть? Да. Секунду. Вот, пожалуйста. Башко Алевтина, 17 лет. Других отказниц у нас нет? Это, по-моему, пьющая. Ну, если срочно, то нет. Я эту еле уговорила. Сказала, что бесплатно все сделаем. На кресле ее смотрели? Пока нет. Ну, анализы она уже какие-то сдала? Да, в прошлый раз. Все в норме, без отклонений. Она молодая, здоровая. УЗИ? Мальчик у нее, все в норме, без патологии. Ну, хорошо. Давайте ее в смотровую. Угу. Низ живота тянет? Не-а. Странно. Вообще-то вот-вот должна родить. Ну, ты присаживайся. А беременность желательная? Нет. А почему? Она случайно залетела. А кто отец ребенка? Да какая разница? Я спрашиваю, значит, разница есть. Так кто же? Студент один американский. Правда, он русский, просто родители за бугор уехали, его с собой забрали. И он не знает, что ты беременна? Нет. А почему решила от ребенка отказаться? А что мне нищету плодить? Ну, почему нищету? Сейчас вон пособие дают. И что? Что это пособие? Даже долг за квартиру не хватит заплатить. Ну что, будем оформлять? В роддом поедешь? Когда? Сегодня. Я не знаю. Ну, а что не знаю? Скорая приедет, тебя отвезет. Или ты хочешь где ни попадя родить? В маршрутке, в метро? Не хочу. Только мне собраться надо.
оформляйте.